Ребят, всем привет! Приветствую вас на канале Плейтхом. Ну что, продолжаем с вами играть, проходить Хитмана. И это у нас с вами заключительное задание, которое называется «Транспозиция органов». Здесь у нас Эрик Содерс, да, некий предатель, и некая Юки Ямазаки. Кто она такая, не знаю, но давайте посмотрим инструктаж и посмотрим, к чему все это дело идет. Доброе утро, 47-й. Совет директоров одобрил ликвидацию Эриха Содерса. После Колорадо мы решили пристально изучить личные дела Содерса и выяснили, что его недавно доставили в частную клинику Гамма на японском острове Хоккайдо для срочной операции на сердце. Без провиданс тут явно не обошлось. Содерс страдает от редкой врожденной патологии, транспозиции органов. Все внутренние органы его тела расположены зеркально, для трансплантации ему необходимо правостороннее сердце. И он явно предал МКИ, чтобы получить его. Его приняли прошлой ночью, сейчас он готовится к трехэтапной операции. Под видом Тобиса Риппера, крупного бизнесмена, ты отправляешься в Гамму для стандартного медицинского обследования, о формальностях мы уже позаботимся. В таких условиях придется импровизировать и самостоятельно добывать снаряжение. Кроме того, тебе нужно ликвидировать Юки Ямазаки. Она адвокат из Токио, работает на Providence. Сейчас уже Содерс уже передал Ямазаки доступ к нашей базе клиентов и согласился предоставить полный список оперативников, сотрудников МКА после завершения операции. Этого нельзя допустить. Содерс должен заплатить за свое предательство. Это послужит хорошим уроком его нанимателям. На кону будущей корпорации МКА. Какой бы властью и могуществом он ни обладал, Providence, пора поставить их на место. Готовься к операции. Вот такое у нас с вами задание. Давайте по поводу планирования. Мы понимаем, что у нас все закрыто, и у нас игра полная импровизация, ребята, полная. Две цели, одна концовка. Я уверен, у нас должно все это получиться. Это будет потно. Добро пожаловать на Хоккайдо, 47-й. Частная клиника Гамма оказывает медицинские услуги высочайшего уровня. Представитель мировой элиты, выходя при необходимости за рамки. Частично здание находится под управлением искусственного интеллекта КАИ. Система контролирует доступы пациентов в различные части клиники. Даже принимает участие в ряде медицинских процедур. Эрик Содерс уже находится в операционной, где он проходит предоперационную подготовку с применением стволовых клеток. Это крайне противоречивая процедура, она не одобрена властями Японии. Юки Ямазаки уже прибыла. Она находится либо в своем номере, либо в ресторане, либо в спа-зоне клиники. Содерс скоро ведут наркоз. Сделаем так, чтобы он больше никогда не проснулся. Удачи, 47-й. Да, в общем, вот такое у нас с вами, ребята, будет сейчас задание. Видно и понятно сразу, что далеко не легкое. Не разговаривай со мной, Сири. Так, ребята, нам, во-первых, надо что? Нам надо кого-нибудь намутить оружие. Вопрос такой, какого? Это что у нас такое? Посмотреть, карта пациента, ну-ка. Карта, давай. Посмотреть сведения. Так, это по поводу Кай, да? Так, ну что, давайте выберем, естественно, возможности в поисках острых ощущений, врачебная ошибка, горячий источник, не курить, призрак в машине, сердце не лжет, смена внешности. Ну вот, это мне нравится, я против курения, кстати, ребят, если вы не курите, ставьте лайк. Так, ну что, нам давайте посмотрим. Что, есть тут оружие-то какое-нибудь, хоть какое-нибудь? Листовка Гамма. Листовка Гамма, еще одни сведения, да, у нас есть, отлично. Так, что у нас есть? Тут у нас с вами, господи, прикольная тут ванна у нас. Странно. Ох, какое у нас тут местечко, с кнопочками, смотрите, с рычажками прямо. Все по красоте, как говорится, это что? Да ладно. Ну-ка. Твою мать, серьезно? А, японцы, боже, вы такие смешные, я охереюсь с вас. Я даже не захочу ссать в такой... О, ножницы. Не захочу ссать в такой горшок, ей-богу. Так. Пока. Пока, горшок, пока. Так, где у нас тут выход-то? Нам показано... А, вон, нам туда надо идти. Ёптить-моптить, как здесь красиво-то, а? Ничего такое местечко, кстати, ребята, реально ничего такое. Это мы с ними поздоровались, ребята, если вы не поняли. Я знаю японский язык. Я учил его в школе.
Так, давно ты здесь работаешь? Пару месяцев, я всем доволен. Ага, это наша возможность. Мисс Ямазаки очень умная женщина, очень способная. Твердая и надежная. Видел бы ты ее в суде. А по мне так, ну, не знаю. Что-то с ней не так. Будто ей некомфортно в собственной шкуре. Ты же видел, как она уронила сигареты из фуникулера. И это, блин, да, узнаю себя столько лет назад. К счастью, избавился от этой дурацкой привычки. Надо достать ей пачку сигарет. В таком же, блин, в таком месте. Так, ну-ка. Юки Ямазаки уронила свои сигареты, когда поднималась на фуникулёре и... по прибытии в клинику. Если верить ее охране, это ее ужасно взбесило. Может быть, тебе удастся утолить ее жажду, 47-й. Сигареты в гамме запрещены, но не все следуют этому правилу. Так, обыщите комнату техасца. Техасца. Почему тут техасец? Ну потому что, наверное, у него есть сигарета, стопудово этот ковбой. Где-то заныкал сигаретки. Вопрос. Блин, подождите, стоп, а если ей запрещено, то какого хера он притащил сюда сигареты? Да. Так, только какой-то нужен одноразовый. Так, это что за значок у нас здесь нарисован? Пум-пурум-пурум-пум-пум. И где наш техасец? Так, кстати, у них... Стоп, мне показалось. У него на спине нарисован такой же значок, как и здесь. Да ладно, а у них дырки, вон эти точки цели. Значит, у них проход... Я понял, короче, как здесь система работает. Все, это система Каи. Так, ну что, наша цель одна вон там. А мне надо теперь, короче, осталось только найти ковбоя. Один найти ковбоя, как мне туда попасть этого, господи ты мой. Как он вообще, интересно, хоть выглядит, он... В шляпе или в чем? А может быть, давайте посмотрим по картинкам, может быть, мы сможем какое-то тело распознать. А, вот, походу, в шляпе какой-то у нас чувак. Good evening, да, и тебе того же. Но что-то мне подсказывает, что он у тебя будет совсем не good evening. Что-то мне подсказывает, что это он и есть. Он, по-моему, единственный тут в шляпе. Да, он единственный тут в шляпе. А, дружище, а ты не хотел бы вниз ходить в свою комнату и там... Блин, кстати. Помните, мы в одной серии с вами попробовали так, чтобы пропасть без ключа? Легко очень можно тогда, когда... Либо мы его... Блин, может здесь его убить сейчас? Но это палево здесь, это будет реально палево. Если нас сейчас запасут, это жопа будет, это сразу слив. Чуваку, смотри, замотали лицо, а он же как в картинке у нас нарисовано прохождение. Стоп. Так, вот он. Смена внешности, да. Обыщите комнату в Техасе. Да как я ее обыщу, мне туда не попасть? Забетованный битак. Согласно моим данным, ему сделали полную реконструкцию лица. Сегодня снимают повязки. И вот что самое знаменитое, если бы так, две капли похож на какого-то там хрена. Блин. Я не понимаю, правда, в какую сторону. Может, его грохнут на туре сейчас здесь? Ну, давайте попробуем. Надеюсь, у нас получится. Правда, это палево вообще откровенное, прямо здесь его убивать. Надо куда-то утащить его. Ну-ка, куда его можем утащить? Давайте, наверное, просто отодвинем хотя бы вот сюда куда-нибудь. Все, отлично. А, вроде неплохо сработано. Во! Смотри, Ямазаки сама, собственной персоной. Ой, ё-моё. Нет, не вариант. Нам надо сначала попасть к нему в комнату. Мы попробуем все сделать кристально чисто. Мы же убийцы. Получится? Да, сработало. Угу. Так, обыщите комнату. Так, таблетки, сигаретки. Ох, какую каменечку у него здесь. Мам, не горю. Так, где сигареты. Хабарики. Войти нет. Пачка сигарет, вот, отлично. Так, забираем, это что у нас такое? Карта пациента. Посмотреть сведения. Так, медкарта, отлично, мы, у нас она есть. Что у нас тут еще есть? Так. Кнопка лечь, запросить помощь. Нет, нам помощь не нужна, мы так все сделали классно. А замените пустую пачку сигарет на полу. Пам-пам-пам-пам. Так, стоп, нам получается... Ой, фу, на полу, на полную. Так, нам получается надо попасть...
Нам надо сейчас, получается, так, здесь закрыто, попасть в ее комнату. Так, стоп, она сюда сомневается, что пустят. Да, естественно, господи, такого гопника. Так, а где она сама-то, интересно, у нас? Где она сама-то у нас гуляет? А, скорее всего, вот она у нас гуляет, да? Пум-пум-пум-пум-пум. Ну что, парни, будем делать? Хрен его знает. Я даже хрен знает, как нам теперь ее. Вон этот чувак, кстати, ходит, смотрите, с лицом перемотанным. Чем-то на нас похож даже. Хм. Так, они пошли. Они пошли сейчас куда-то сюда. Мисс Ямадзаки, полагаю, ваши люди довольны? Наши люди, директор. Не забывайте, кто вас сюда поставил. Конечно. Мы очень ценим то, что вы... Блин, я, короче, не успел, ребят, читайте. Сейчас я лучше заныкусь куда-нибудь. Так, есть парни довольно клиентов. Но срочная подготовка мистера Содерса к операции оказывается вот найти как быстро донора с подходящим сердцем. Уверен, у вас есть свои персональные тайны. А, возможность обновлена. Какая возможность? Так. А, это про... А, стоп, а это, смотрите, возможность потеряна. Вот дела. Так, его анкете говорится, что он охотник на крупную дичь. Забавно. Думаю, в свое время он действительно был охотником. Своего рода. Так, что я отвлекся, не читал, ребят, сорян. В общем, они там... А, вон этот, кстати, чувак пошел. На операцию, походу. Замените пустую пачку. Как я могу поменять? Мне нужно тело какое-то. Переодеться же. Так, обновлена еще одна возможность, да? Ну да, походу, да. Так, стоп, она уходит. Ну, пойдемте прогуляемся за ней. Три звезды у него, три палочки. Значит, у нее проходу здесь мама не горюй будет. Это директор, значит. Это по-любому директор какой-нибудь или владелец. Босс какой-то. Так, привет, товарищи, привет. Давайте прогуляемся, посмотрим. О, боже, здесь два охранника. Но надо как-то понять, как она туда будет заходить. А, нам бы шмотки намутить одного из этих уродцев. Так, хорошо. Пум-пум-пум-пум-пум. Все, она уходит туда. Greetings, Ms. Yamazaki. Yeah, that's not gonna work, my friend. Не прокатит. Ну что, нам, наверное, надо подождать будет, когда она выйдет оттуда. Блин, я, правда, парни, пока что не очень понимаю. Да, привет. Чё у тебя на спине? А, у тебя ничего нету, да? Мне надо где-то черную куртку намутить. Черную куртку. Куртку. Кого бы, блин, ее отжать? Здесь вообще две галочки. Здесь тоже меня не пустят. Замените. Блин, там проход какой-то есть вообще с другой стороны-то или нет? Такое ощущение, что нет. А, походу, может быть, и... А, нет, нету. Что там есть? Там что, в телефон играешь? Так, если она туда сейчас у нас ушла... А что у нас тут еще есть по возможностям? Так, отслеживать какие-то банальные... Ну, блин. О! А, там их двое. И это не охранники. Нам нужно черные, чтобы туда попасть. Она до сих пор еще там. Так, хорошо. Если мы, предположим, возьмем возможность другую сейчас. Хотя, блин, а мы тогда можем эту просрать. Нет, нам надо дождаться. Надо, чтобы она оттуда вышла и... Вот, она выходит. И пошла куда-нибудь в другое место, в другую сторону. Блин, все закрыто везде. Блин, вдвоем опять пошли. Я был уверен, что она выйдет с одним, наверное. Хм.
Ну, давайте прогуляемся, посмотрим, куда они вообще идут. Заодно послушаем, может, это интересно скажут. Все-таки это, ребята, последнее задание. Здесь надо быть очень сосредоточенным. Здесь не стоит, наверное, сейчас, сломя голову, доставать пистолет и просто во все стороны налево... Опа! Вот он уходит один. Так, две полоски у него, да. Не стоит, наверное, сломя голову сейчас всех тут налево-направо валить. Хотя от последнего бы мне сейчас тут отсюда вырубить. Так, и куда они идут? Так, началось крупное дело. С кем они там разговаривают? Найдено тело. Это логично, что они нашли тело. Опа! Один остался. Так, посмотрим, куда они идут там. Там, конечно, может ее там сразу и грохнуть? Так. No, I'll pass. Maybe later. Может, сейчас она будет уходить, и я ее вырублю его? Да ладно. Вырубил, но не так. Черт. Мужик, нахер иди. Накинемся. Так, смотрите, может быть, она хоть у нас и запасла нас. Она хоть нас и запасла, но в итоге у нас с вами получился. Да, она нас не раскрыла, она просто убегает, смотрите. Она просто убегает. Давайте попробуем быстренько свалить к ней туда. Так, нужно все убрать. Немножко не очень чисто сработало, не очень чисто, но... Цель пока еще здесь, пока что еще готова. Она единственное, что запасла. Опа. Эти меня могут раскрыть. А так, тут что у меня за комната? Так, нет, я туда не пройду. О, привет, мужик. Да. Какой-то очень странный мужик. Хромающий йога. Так, все, они успокоились, смотрите. Цель больше не палится, отлично. А вот она может запалить. Она мое лицо видела, да, Она с охраны пошла, но теперь мы можем заменить пачку. Привет, мужики. Классно. Неплохо. Немножко грязно, но... В общем и целом... Так, а куда? А, вот она. В общем и целом, вроде неплохо сработали. Привет. Отлично. Ну, заберем меч себе. Возможность реализована. Так. Автомат мы брать не будем. Куда она делась-то? Она ушла. Нам надо, получается, дождаться. Так, стоп, что она будет делать? Она, скорее всего, сейчас возьмет сигареты и пойдет покурит. А с другой стороны, мы можем здесь сейчас их поубивать. Нахер. Запалит меня или нет, если я его сброшу? Да запалит. Хотя я бы туда отправил его, если честно. Ладно, не будем это делать. Мы все-таки с вами убийцы. А если мы... О! Монетки, это хорошо. Только нам нужен обратный меч наш. Есть. Если я лягу сюда, прилягу, здесь нормально будет? Где эта дура? Она гуляет где-то до сих пор еще, да? У них тут патронов, конечно, целая куча. Мужики, сколько звезд у вас? Две, да? Ой, не звезд, а этих лучек. Так, теоретически, если она туда пойдет, значит, мы можем заныкаться здесь. Мы сможем ее дождаться. Включить потоп. Так, здесь что у нас? Блин, прикольная ванна, если честно. Я не против такой поваляться. Горшок, правда, меня пугает, если честно. Очень пугает. Так, ну что, где там эта красавица наша китайская? Не знаю, стоит выходить? Вон, у него сапоги тут, да? Нормально. Надо хоть лысину свою поправить. Красавчик. Так, ладно, будем дожидаться, наверное, ее здесь. Так, это там хер лежит у нас, походу, да? А это там до сих пор бродит. Просто по идее... так, отключить ТВ. Ой, смотрите, тут палево у нас. Камера просматривает все. Нет, надо это выключить. Нельзя такое смотреть вам. Мужики, вам еще рано смотреть такие вещи.
Просто, по сути, она должна сейчас вернуться за сигаретами, и мы должны здесь будем что-то сделать. Опа. Бутылка воды, но это палево. А если мы дверь закроем? Дверь не закрывается. Ноутбук. Ну, давайте попробуем посмотреть. Так, F1. Список убийств Эриха Содерса. Понятно, на флешке. Классно. Мы нашли крутые улики, ребят, с вами. Где там она? Возвращается? Ну, не особо пока что. А может быть, мы что-то здесь другое найдем? У них более интересно. Гамма. У нас, кстати, более дешевая Сирия. Это была встроена. Здесь посмотрим поинтересней. По-моему, возвращается, да? Да. Наша задача сейчас будет дождаться все-таки. Сделать все максимально чисто, максимально красиво, кристально все, чтобы было бы. Вася, чтобы было все по красоте. Боже, Хитман, ты такой Хитман. Ей-богу. Лысый, убийственный чувак. Ну, где ты там? Она почти рядом. Почти рядышком. Так, если мы сейчас ее убьем ножницами в голову, да, наша следующая задача будет с вами вот это отслеживать. Но это пока не буду. А, кстати, мы его видели, да, я смотрю, знакомый хер был. А, так, вот с компьютером надо посмотреть призрак в машине и сердце не лжет, сердце не лжет. Ну, может, его будем отслеживать, хер его знает, что это. Сердце не лжет. А, ему же там сердце нужно было, точно, ему же нужно было сердце при пересадке. А что если... Короче, давайте по мере поступления информации будем. А то сейчас себе голову, как всегда, забью всякой другой делами, не доделав одной. В итоге сейчас просто достану пестик и всех тут покрошу. Кстати, это будет неплохо выглядеть со стороны ножа, если мы это сделаем мечом. Мечом вообще, конечно, будет эпично. Какой-нибудь там и голову перерезать или отрезать. Так, она идет. Если что, я в душ, наверное, заныкаюсь. Блин, а если она, я тут буду голая, она тут туда дойдет. А, все, отлично, мимо прошла. Боже, все бы дал за сигарету. Что? Неужели это? Да, хвала духам. Теперь только остается найти укромное местечко. О, да, тебе поверь, нужно очень укромное местечко. Не-не-не, ты дальше иди на балкон. Да, хорошо. Блин, отлично. Блин, ну тут палево, как это сделал при двух этих свидетелях? Блин. Что она хоть говорит-то им там? Блин, это палево, короче. Жопа жопская, короче, походу будет сейчас. А, они сюда вдвоем встали. Блин, если сейчас я это туда толкну, пускай заку... Она уходит еще дальше. Толкнуть? Толкнуть, конечно же. Сваливаем. Цель готова. Так, срочно отсюда сваливаем, парни. Вообще, получилось просто идеально все. Идеально. Так, ушли. Следующая цель у нас там находится. Так, срочно смотрим возможности. Так, у нас этим загорелось... А, стоп. А, значит, он был посвящен этой хренотени. Ну, давайте сердце да выберем отслеживать. Так, мне надо. Куда мне надо-то? А, вон туда мне надо. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, как мне туда попасть-то теперь только вопрос, вот. Так, здесь у нас лампочка какая-то нарисована, да? Тут у нас лестница. Лестница в б-б-б. Походу, не сюда я иду. Походу, не сюда. Так, давайте, ладно, пройдем здесь, попробуем. Пустит? Отлично, пускает. Привет, мужик. Извините. Нормально, вообще, изи. Работенка что надо? Да, работенка вообще шикарная, если честно, мужик. Просто топовая работа. Так. О, господи, где мы находимся-то, блин? Что это за место? Так, отлично. Это, мать его, морг. Охренеть, и как нам быть, и что нам тут надо сделать? Так, значит, помогаешь куратору в исследованиях? Дай угадаю. Тебя интересует медицинское испытание? Так это правда? Парни действительно вжили в мозг нейрочип для контроля над настроением? И как он работает? Он вообще действует? Извини, тебе придется подождать публичного моего доклада. Я внимательно слежу за исследованиями и за испытаниями. О, они нас могут запасти так. Они нас могут запасти.
Так, обыщите офис в поисках отчета сотрудника. Охренеть, как я туда теперь попаду? Так, если я пройду здесь. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Опа, проход. Извините, простите. Блин, вроде прошли, вроде неплохо. Так, а это что? Боже, а это наша цель. Нет, походу рановато вам туда, ребята, еще рановато. Так, что у нас тут? Отключить лампу в кабинете для приема. Как мне туда проникнуть, это теперь вопрос. Так, стоп, если я сейчас посмотрю, давайте посмотрим по карте лучше. Карта, 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 карта. Мы здесь. Так, цель тут. А прием где идет, я не понял. Так, наверное, другой уровень, да? Может, нулевой? Может, третий? На каком уровне находимся-то? Короче, хрен разберешься. Мне кажется, надо будет сейчас пройти прямо вон туда. Оп, отлично получилось. Шикарно получилось. Здесь крематорий, мать его. Опа, это что такое у нас? Это у нас кочерга. Не, ну кочергут это слишком рано. Мужики, извините. Так, это кто у нас? Маскироваться. Парни, потно, 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 очень потно. Так. Уничтожить улики. Конечно же, уничтожить улики. Однозначно. Так, обыщите офис. Обыскали. Так, посмотреть записи научного сотрудника. Так, ну, в итоге он посмотрел сведения новые. Это заметки куратора нейрочипа. В них проводятся подробные сведения об устройстве чипа и принципах его работы. Ну, это замечательно. Так, обыщите спальные помещения в поисках пульта управления нейрочипом. Так, и как мне теперь туда попасть? Это достаточно далековато. Ой. Нет. Мне надо присесть. Аккуратненько, аккуратненько. Нам надо пройти и отсюда свалить. Так, вниз нам надо, получается, еще ниже. Надеюсь, не запасут. Охереть, просто мы так как мыши с вами работаем, ребята, просто как мыши. Так, еще ниже, что ли, получается, да? А, ну мы, стоп, мы, по-моему, отсюда перешли с вами же. По-моему. Так, здесь никого вроде нету, да, только один... Одно тело, кстати, а кто там у нас стоит? Там туалет у нас, да? Нет, в туалет нам не надо. Так, что у нас есть тут? Тук-тук, откройся. Блин, походу я не туда иду. Мне кажется, где-то это здесь находится. О! Это может где-то здесь находится? А, стоп, это... Нет, здесь точно не находится. Так, Серега, надо думать и очень аккуратно двигаться. Очень аккуратно. Мы здесь можем все просрать, походу. Так, о, нам проп... Ой, господи, какую мы крутую с вами форму намутили, ребята. Она просто топчик. Так, войти. Нет, не сюда. Так, здесь что-то нет. Тут. Никого здесь нету. Обыщите спальное помещение в поисках пульта управления. Господи, где этот пульт, мать его, находится-то? Так, здесь нету. Здесь тоже нету. А, может, здесь-то за... пролезть. Нет, не здесь. Так, не понял. А, во. Взять пульт. Отлично. Так, посмотрите. Пульт управления. Пульт дистанционного управления, который используется для увеличения или уменьшения дозы медикаментов, которые выпускает нейрочип, расположенный в мозге куратора. Используйте, так, для увеличения дозы. Нам надо сейчас, получается, обратно, короче, к нему вернуться туда, да? И вернемся к нашему куратору и включим наш пульт. Да уж, ребята, прямо честно, это, наверное, одна из самых потных миссий. Она прямо упичкана врагами. Фу, почти что чуть не заметили. Так. Нам надо дождаться, когда он сейчас обратно встанет на свое место рабочее. А теперь тихонечко пошли. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, здесь у них крематорий реально какой-то. Ну-ка. Что мне надо сделать теперь?
Так, что он там делает? Ну это просто пространство, форма, это прекрасно. А, дождись, пока куратор не зайдет в хранилище. В хранилище, хранилище. А где хранилище-то, блин? Так, ну на всякий случай достанем ножницы. Господи, почему я раньше так это не замечал? Я должен поделиться этими своими детками. Какими детками? Совсем там обдолбался, чувак. Ой. А, нет, стоп, он пошел в обратную сторону. Блин. Нам-то что надо сделать? Возможность реализована. Так, что мне теперь надо сделать? Ой, блин. Вот это жопа сейчас. Блин, вот это жопа, все. Меня сейчас запасут. Они сюда идут. Они идут сюда. Блин. Только не сюда, только не ко мне. Блядь, сюда? Серьезно? Такой план просрал, а? Пипец. Охренеть. Просто охренеть. И даже хер узнать, как отсюда, ребята, выйти-то, если честно. А, туда подняться. Возможно, что, может, и реализовано. Как нам теперь туда пробраться-то? Так, привет, мужики. Привет. Нет, по-моему, это немножко не то. Может, конечно, их обоих вальнуть и не париться. Да уж. Только скажешь им да уж. Ну что, будем пробовать или что? Блин, прям пипец. Вот какой-то такой момент, если бы обойти бы их как-то еще. Я думаю, что... А, ладно, попробуем, значит. Так, где мне надо будет подняться-то? Выход. Так, здесь прохода, наверное, у нас уже нету, да? Так, тогда сваливаем обратно. Блин, все, лишь одна ошибка, не туда пошел, и все перенеслось. Так, вот лестница наверх. А, так, стоп. Нет, не здесь она. А, вот она. Так, тогда будем быстро валим туда. Да, привет. Хоть правильно идут вообще, походу. Походу, я реально запутался уже, очень сильно причем. Стоп, здесь у нас уже цель. Здесь у нас цель, и нам сюда, походу, не надо. Вон эта лестница. Вон лестница, походу. Так, это та лестница, надеюсь. Блин, это вообще другая лестница. Стоп, нет, это не то, Серега, это не то. Так, нам бы как-то все это дело обойти, к этим придуркам прийти. Так, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот мы здесь оказались, точно. Нам его надо грохнуть теперь. That is the right side of donor heart destined for sodas. This is what he sold out the ICA for. Так, все, мы его грохнули, да? А теперь нам надо, получается, замаскироваться, что ли? Нет, нам не надо маскироваться. Нафиг нам маскироваться? Тут есть сердце. Вот оно стоит. А, открыть. Использовать. Уничтожить сердце. До свидания. А, найдите выход. Серьезно? Так просто? Охренеть. Я думал, это будет сложнее. Так, отлично. Как мне теперь отсюда выход найти? Так. Стоп. Серега, даже не торопись. Так, мы где-то были здесь. Я вообще, честно, ребят, немножко волнуюсь. А, очень просто стерильно отработали. Я даже не ожидал, если честно. Так, мы проходили это здесь, по-моему, если не ошибаюсь. И вон там была... Нет, все правильно. Вот там мы проходили. Тут была лестница. А, кстати, может быть, мы здесь можем выйти? А, вот у нас выход, блин. У нас тут есть выход. Так, стоп, правильно. Значит, мы идем сейчас... Мы идем сейчас еще ниже, получается, правильно? Вот сейчас идем вниз. Это все гуляет, хромоногий. Так, пум-пурум-пурум-пум-пум, отлично.
Ребята, ну это прямо вообще просто жесть. Устранена, устранена. У него нет сердца, он умрет. Охрененно. Только мы его так-то не убили, надо было, может, его грохнуть самого еще. Да, это было чисто. Это было очень чисто. Мисс Бернвуд. Это не то, что написано на моем билете. Мы получили ваше сообщение, четко и ясно. Вы не могли бы просто отправить беднягу в отставку? Я не расслышал ваше имя. Нет, не расслышали. Ответного удара не будет ни за Содерса, ни за остальные неудачи. Кто-то вмешивается в наши дела, убивает наших агентов и вставляет МК на смех. Мне кажется, вы близко подобрались к нему. Гораздо ближе, чем мы. Поэтому мы нанимаем вас, чтобы устранить его. Едва ли. Не испытывайте наше терпение, мисс Бернвуд. Вы не представляете себе, с кем имеете дело. Вы шпионите за нами, подкупаете наших людей. И у вас хватает наглости требовать нашей помощи? Нет. Я вам не доверяю. Даже если так, мы здесь уже очень давно. И мы могли бы помочь друг другу. Двадцать лет назад ваше агентство приняло молодого человека без прошлого, но с выдающимися способностями. В его собственной стране, странной манере, вы ему не безразличны, а он вам. И с тех пор вы непримерно задаетесь вопросом, откуда он? Кто сделал его тем, кто он сейчас? Это был доктор. Какой-то извращенный эксперимент. Но его уже нет. Ага. Если вы считаете, что все вопросы умерли вместе с ним, нам о нем больше нечем говорить. А если нет, как я уже сказал, мы могли бы помочь друг другу. Значит, партнеры? Не унывайте, мисс Бернвуд. Мы меньшее зло. Это террорист. Он стремится только к хаосу. Он террорист только в том случае. Мисс Бернвуд, мы выиграли уже очень давно. Вот это. Это просто наведение порядка. Там стопудово наша фотография. Вот такой у нас, ребята, с вами конец получился. Вот такая у нас с вами получилась история нашего Хитмана. Мы его с вами прошли. Вот все эти главы, все эти части. Что могу сказать о тебя? Игра действительно интересная, огромное количество у нее вариантов, огромное количество вариантов прохождения. Действительно, они все очень, даже как несколько изысканные, поэтому, если вы не играли, обязательно поиграйте в эту игру и найдете очень массу разных вариантов, как, скажем так, побаловать свое воображение в плане убийств. Вот. Ну, а что могу сказать о тебя? Действительно, игра... Ну, если подвести маленький итог, реально игруха классная, игра сделана очень замечательно, очень все так эксцентрично расставлено, поэтому от меня и большой жирный лайк. Ну и надеюсь, я тоже получу от вас большой жирный лайк.
и какой-то хороший комментарий под видео. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не сделали. А с вами был Серега Плей. Эту игру мы с вами закрываем. Но у нас с вами на канале очень много других игр, поэтому до новых встреч там. Всех люблю. Всем пока.